Добро пожаловать в инфосферу. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Миссия невыполнима», «Протокол Фантом». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. «Форсаж 7» 2015 года. Они покорили Токио и Рио, Лос-Анджелес и Лондон, но мир больше не играет по их правилам. Зной арабских пустынь, неприлично высокие небоскребы, миллионы долларов на колесах и очень, очень знаменитый злодей. Скорость не знает границ. Джек Райан, теория хаоса. Рядовой аналитик ЦРУ Джек Райан приезжает в Москву, чтобы решить простую задачу. Ему нужно проверить операции компании, принадлежащей миллиардеру Виктору Черевину. Но все усложняется, когда Райана пытаются убить. Теперь он вынужден защищаться с оружием в руках, вспоминая армейские навыки и неожиданно для себя оказываясь в роли настоящего спецагента. На помощь Джеку приходит маститый офицер спецслужб Харпер и внезапно оказавшаяся в Москве супруга Кэти. Но облегчит ли это миссию, которую теперь предстоит выполнить Райану? Предотвратить международный заговор, грозящий погрузить весь мир в хаос? 07. Координаты Skyfall. Лояльность Бонда своей начальнице М под угрозой со стороны ее прошлого, которая внезапно даст о себе знать. Ми-6 подвергается нападению, и агент 007 должен ликвидировать угрозу, несмотря на цену, которую придется заплатить. Эволюция Борна. В игре всегда несколько фигур. Одна из них – Джейсон Борн, другая – совершенный агент Аарон Кросс. Их возможности безграничны, но даже у идеального оружия бывают сбои. «Форсаж 5» 2011 года. Бывший полицейский Брайан О'Коннор вместе с бывалым лихачом Домиником Торетто совсем немного увлеклись жизнью вне закона. После того, как Брайан и Мия Торетто освободили Доминика, они не рискуют долго задерживаться на одном месте, так как являются желанной целью порядком недовольных копов. «Рыцарь дня». Случайная встреча в аэропорту одинокой женщины Джун Хевенс и обаятельного агента Миллера приводит к тому, что им приходится вместе колесить по всему свету, спасаясь от наемных убийц и пытаясь уберечь от коварных злодеев мощную батарею, которая является уникальным источником энергии. Попадая в бесчисленные передряги и постоянно находясь на волоске от смерти, Джун все время мучается в догадках, кто же на самом деле ее неугомонный спутник – спаситель человечества, предатель или просто-напросто сумасшедший. Солт. Эвелин Солт – сотрудница ЦРУ. Ей чудом удается избежать тюрьмы. Собственное агентство выдвигает против нее необоснованные обвинения в том, что она работает на русскую разведку. Теперь Солт необходимо восстановить свое доброе имя. Квант милосердия. После предательства Веспер агент 007 борется с желанием превратить последнее задание в личную вендетту. Ультиматум Борна. Он хотел одного – исчезнуть. Вместо этого за Борном теперь охотятся люди, которые сделали его таким, какой он есть. Он потерял память и человека, которого он любил, но его не удается сдержать даже новому поколению профессиональных убийц. У него только одна цель – вернуться к началу и узнать, кем он был – Джейсон Борн. Он мечется от Москвы к Парижу, через Мадрид и Лондон, в Танжер и Нью-Йорк, пытаясь раскрыть последние загадки своего прошлого, в то время как правительственные агенты и Интерпол пытаются помешать ему восстановить всю картину до конца. «Фантастическая четверка. Вторжение серебряного серфера» 2007 года. «Фантастическая четверка» получает вызов со стороны великого и могучего серебряного серфера, таинственного межгалактического вестника, который прилетает на Землю, чтобы подготовить ее к полному разрушению. Пока серебряный серфер носится по всему земному шару, разрушая все на своем пути, Рид, Сью, Джонни и Бен должны разгадать его тайну и найти способ противостоять внезапному появлению их смертельного врага, доктора Дума. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!